Всем привет, с вами канал «Правильный выбор». Сегодня на обзоре сплит-система Balu BSLI07HN1-EE-EU20Y. Не пропустите выход нового обзора, для этого подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Для покупки этой модели по выгодной цене переходите по ссылкам, которые оставлю в описании. Для развития канала важна ваша поддержка, ставьте лайки и пишите комментарии. Дизайн сплит-систем отлично подходит для современных интерьерных решений. Лаконичный и элегантный, он не будет навязчивым элементом, нарушающим гармонию композиции, а легко и непринужденно впишется в обстановку. Классический настенный кондиционер состоит из двух стандартных блоков. Высокий класс энергоэффективности A. Благодаря современным энергосберегающим решениям кондиционер потребляет минимальное количество электроэнергии. Инверторный компрессор значительно сокращается потребление электроэнергии до 30%. Обеспечивает точный контроль температуры в помещении и имеет значительно больший ресурс, чем обычные компрессоры. Компрессор Ricci с увеличенным ресурсом и двигателем постоянного тока обеспечивает стабильную работу и долгий срок эксплуатации. Режим оттаивания наружного блока при низкой температуре на улице включается автоматически. Низкий уровень шума. Инженеры компании Balu уделили особое внимание снижению уровня шума, благодаря этому сплит-системы этой серии минимально мешают владельцам. Возможность работы на обогрев при морозах до минус 15 градусов позволит вам экономно отапливать помещение большую часть холодного времени года. Регулирование положения вертикальных и горизонтальных жалюзи, режим непрерывного качения для равномерного распределения кондиционируемого воздуха. Климат-контроль, автоматическая поддержание температуры в комнате. При необходимости кондиционер автоматически переключается между режимами обогрева и охлаждения. Автоматическая самодиагностика выявит поломки и сообщит о них владельцу. Ночной режим. Уровень шума максимально понижается, температура регулируется по особому алгоритму. Таймер на 24 часа позволит выбрать время включения и выключения. Режим максимальной производительности актуален в случаях, когда нужно быстро охладить помещение. Умный контроль с помощью функции iFeel позволяет поддерживать нужную температуру в месте, где находится пульт ДУ и его владелец. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, и сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Пульт неинформативный. Теперь перейдем к положительным. Бесшумный. Охлаждает комнату 15 квадратных метров за 2 минуты. Красивый. Все режимы работают. В описании под видео вас ждет подборка ссылок на выгодные цены и актуальное наличие. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».